Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым боксом, абсолютно без вложений. Называется WellUSD. Легкий заработок на просмотре сайтов. Ребятки, он точь-в-точь, как вот этот алтар, только платит заработок в USD. Работает один день. Пока без всяких заморочек, пока свежий, можно заработать немного денег. Выплаты мгновенные от 1 цента. Зарабатываем 1 цент. И как бы ставим на вывод. Серфинг, лучшие условия, репрограммы, ежедневный бонус, мгновенные выплаты, реклама сайтов. Ну, обычный бокс, ребятки. Здесь пополнение. Здесь выводы. Регистрация наипростейшая. Вот здесь кликаем регистрация. Регистрация. Значит, здесь что у нас? Логин, имейл, пароль. Прописывайте сразу Pair кошелек. Кликаем зарегистрироваться. Вход по имейлу и паролю. Войти. Баланс для покупок. Баланс выплат. Реферальный доход. Серфинг сайтов. Значит, здесь читаем всю информацию. Вот это я уже зачитывать не буду. Все мы умеем читать. Здесь наша статистика. Мой профиль. Серфинг сайтов. Значит. Ну, тут таймер по 20 секунд пока идет. Вот такое количество засчитывается. Далее что? Есть бонус 24 часа. Это я позже его получу. Мои рефералы. Находится наша партнерская ссылочка. Вот она. И сюда кликаем. Находятся промо-материалы. Рекламные материалы. Нет рекламных материалов пока. Но, возможно, позже появится. Значит, и, конечно же, как и в алтар, улучшение аккаунта. Но бокс абсолютно без вложений. Заходим, зарабатываем цент, ставим на вывод. Ну, или больше. Вот это мы без вложений работаем. Далее. F1 за 20 центов. Серфинг идет вот такой вот он. Потом F2 за 50 центов. Вот такой у нас уже серфинг. И F3. Цена 3 доллара. Это 300 рублей. Это бонус вот такой идет. Бонус и серфинг. Ну вот это увеличение как бы, да. Далее. Вкладочка пополнить баланс. Через Pair пополнение произойдет в автоматическом режиме. Через систему Pair. Вставляем сумму, если хотите улучшить или рекламку дать. Кликаем пополнить. Здесь заказать выплату. Как я уже сказала, 1 цент. Набираем, ставим на выплату. Онлайн-чат. Пожалуйста, можно писать. И, как я понимаю, здесь, наверное, и администрация находится. Ну, или модератор какой-нибудь. Здесь мы ссылки, если мы даем рекламку, настройки, изменить пароль. Также присутствует обменник. Значит, обменник позволяет перемещать денежные средства с баланса на вывод на внутренний баланс. Значит, я что, знаете, хочу улучшить. Я, наверное, вот за 3 доллара я улучшу. У меня будет серфинг. Быстрее как бы идти. Ну, увеличу заработок, как бы доход свой. Вот. Как-то так. Значит, для этого я что? Вы же работаете абсолютно без вложений.
Это будет стоить 300 рублей. 3 доллара. Вот здесь 300 рублей. Так. Пополнить баланс нужно. Значит, USD. 3 доллара. Пополнить баланс внутренний. Оплатить. Перебрасывать на платежную систему Pair. Я буду в рублях. Ну, можно было и в долларах. Так, подтвердить. Автомат в данном направлении времени запрещен. Пожалуйста, пользуйтесь себе. Ага. Ладно, назад. В USD. Подтвердить. Все, я платила. Сейчас меня перебросят обратно. Перейти в аккаунт. У меня на балансе 3 доллара. Иду улучшение аккаунта. И я покупаю вот клик улучшить. Вы купили аккаунт F3. Все. Замечательно. Теперь идем. Заберем бонус. Значит, нужно для получения кликнуть по баннеру. Возвращаемся. Появилась вкладочка «Получить бонус». Я получила бонус. Вот мой бонус. Теперь идем в серфинг. И вот у меня вот такой вот стал серфинг. Ну, давайте посмотрим. Они все по 20 секунд. Ну, как обычно. Сейчас посмотрим, что у нас за капча будет. И вот, как бы, вот этот проект, Букс, и уже, извините меня, работает один день, и уже более 1500 участников. Ну да, капча замечательная. Тут слепой увидит. Все зачет. Таким вот образом просматриваю рекламку. Беру на вывод, буду проверять на вывод. Естественно, он платит, конечно же. Вот ему можно не сомневаться. Но, тем не менее, я запишу видео. Вот у меня F2, USD F2 почему-то. Ну-ка, улучшение. Хотя у меня F3, видите? Там почему-то F2 стоит. Вот. Ладно. Будем разбираться. На этом все. Кому интересно, заходим, зарабатываем. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.